Роддом номер 3 Нижнего Новгорода прекратит работать в круглосуточном режиме с 1 февраля. Как пояснили в Министерстве здравоохранения региона, ситуация, сложившаяся в этом родильном доме в Автозаводском районе к середине января, прогнозировалась со второй половины 2015 года в связи с вводом в эксплуатацию двух крупных областных современных перинатальных центров в Дзержинске и на базе Нижегородской городской больницы номер 40. Среди крупных учреждений родовспоможения началась конкурентная борьба за кадры и пациентов. Женщины выбирают современные условия для рождения детей. Отток пациенток при этом приводит к финансовой нестабильности учреждения и снижению заработной платы персонала. После открытия роддома номер 7 за первую половину января количество пациенток, поступающих в родильный дом номер 3, снизилось почти в два раза. В Минздрав поступила докладная записка главного врача учреждения о том, что в связи с увольнением специалистов с 1 февраля учреждение не сможет оказывать круглосуточную медицинскую помощь. На данном этапе вопрос находится в стадии рассмотрения с целью оценки всех факторов риска. В качестве варианта рассматривается вопрос о перенаправлении потоков рожениц на роды в родильный дом номер 7, сохранении на базе роддома номер 3 двух отделений патологии беременных и дневной стационар общей коечностью 60 коек. На сегодняшний день родильный дом номер 3 Нижнего Новгорода работает в обычном режиме.